«Локомотив» потерпел первое поражение при «Дэй Викинге». 4 октября железнодорожники уступили подольскому «Витязю» на его льду 2-3. Шайбу у «Локомотива» забросили Егор Яковлев и Данила Пальков. «Витязь» смог выиграть у ярославцев лишь на последней минуте встречи, сумев уйти от овертайма. Железнодорожники продолжат выездное турне 7 октября матчем с московским «Динамо».